Образовательный проект «Фабрика предпринимательства» отметила свой 5-летний юбилей. Проект был реализован Министерством экономики Республики Татарстан, Казанским федеральным университетом и Фондом поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства». Почетные гости в лице президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и ряда министров правительства Республики Татарстан осмотрели выставку с различными бизнес-проектами. А в актовом зале Института экономики, управления и финансов КФУ состоялся традиционный выпускной «Фабрики предпринимательства». Здесь начинающие бизнесмены защищали на сцене свои проекты перед экспертами. Президент Татарстана отметил важность представленных идей. Но самое главное, мы не только должны рассказывать, а сопровождать вот эти проекты. Некоторые виды предпринимательства нуждаются в государственной поддержке. Есть еще социальное предпринимательство. Вот там какие-то обучения, какие-то навыки, какие-то вот спортивные вещи. Первым презентовал свой проект сыроварни 13-летний Данияр Гумаров, выпускник курса «Фабрика дети». Продукты я беру для сыра от своей бабушки. Она живет в Мамадыше. Сыр содержит полезные питательные вещества – кальций, фосфор, витамины и другие элементы. Юный предприниматель отметил, что ему требуется новое оборудование для дальнейшей работы. И Рустам Миниханов обещал помочь в решении этой проблемы. У выпускников «Фабрики предпринимательства» была возможность привлечь инвесторов в свой проект, рассказать о своей работе. Возраст для предпринимателей не важен, считают маленькие бизнесмены. Ученики 8 класса IT-лицея Казанского федерального университета разработали кубик Рубик для слабовидящих людей. Мы задумались о проблемах общества, точнее о проблеме ограниченности слабовидящих людей и решили создать кубик Рубик. За 3 месяца мы научились правильно ставить цели, добиваться их и нести ответственность за выполнение самостоятельно поставленных решений. На сцене были представлены проекты из разных сфер – столярная мастерская, ювелирная студия, сельское хозяйство и многое другое. За 5 лет выпускниками фабрики стали более 3000 начинающих предпринимателей. Но мне фабрика дала, конечно же, помимо огромного заряда мотивации и энергии, очень большой багаж знаний, как в сфере упаковки товара, так и в сфере реализации своего товара. Здорово, то, что есть такая возможность обучиться всем навыкам, ведь вступая в ряды предпринимателей, это как тайм-менеджмент, там построение бизнеса, всех процессов своей деятельности. Министр экономики Республики Татарстан и ректор Казанского федерального университета наградили лучших выпускников образовательных и инвестиционных проектов «Фабрика предпринимательства». Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз.